Количество зараженных коронавирусом в Чувашии продолжает расти. На 7 мая, по данным сайта Стоп Коронавирус РФ, 950 случаев, из которых 58 за последние сутки. 175 человек выздоровели, 8 летальных исходов. Тем временем страна поэтапно будет выходить из режима ограничительных мер. Сначала разрешат заниматься спортом на открытом воздухе и прогуливаться с детьми. Откроются объекты сферы торговли с соблюдением социальной дистанции. Затем заработают образовательные учреждения, возобновится работа парков и скверов, откроются гостиницы. Поэтапный выход из режима регионам необходимо выработать до 11 мая, отметил президент страны Владимир Путин на совещании с членами правительства и руководителями регионов, которые он провел в режиме видеоконференции. Под постоянным контролем остается ситуация с распространением коронавируса. В Чувашии в несколько раз увеличилось количество проводимых тестов.